Особенный театр для особенных людей. Школа «Инклюзион» начала работу только в сентябре, а ее воспитанники уже готовятся к премьере. Под руководством профессиональных педагогов актеры с ограниченными возможностями учатся пластике, импровизации, сценической речи. О первых итогах обучения Михаил Якимов. Ради занятий в школе «Инклюзион» Дмитрий Крупин отодвинул все дела. На первом месте для него, как и для других театралов с особенностями здоровья, теперь обучение актерскому мастерству. Ловит каждое слово педагогов. Сказать некоторые вещи, может быть, любой там артист, который там понимает от головы, но вот то, что от сердца идет, это прежде всего талант большой нужен, чтобы это раскрыть в человеке. То есть самому показать, что так возможно, и людям вот раскрыть. Раскрыться слушателям школы «Инклюзион» помогают новосибирские актеры, режиссеры и преподаватели. Чувствуете все время центр груди и мягкий позвоночник, вот спину расслабляет. Импровизировать и выражать эмоции с помощью пластики учит Олег Жуковский. Актер и режиссер, основатель авторского театра «Ля Пушкин». И я первый раз в жизни попал в такую стаю родную, где они все такие, блин, такие разные, такие отличительные и отличимые. Здесь для учеников невозможные вещи становятся возможными. Изменения особенно заметны близким. Алина дома стала более эмоционально говорить. У нее в речи добавились движения рук, движения тела, движения плеч. У нее речь стала более эмоциональной. У нее появились новые слова в речи. Идея создать такую школу в Новосибирске возникла во время подготовки к форуму «Город безграничных возможностей». Организаторы выиграли грант, а опорой и стратегическим партнером стал городской департамент по социальной политике. Они смогут тоже делать театральные этюды, демонстрировать свое мастерство на сцене. И, возможно, мы с вами увидим новую труппу. Ну, а пока это огромный подарок самим людям, ну и тем, кто им преподает тоже. Каждую неделю ученики будут изучать пластику, сценическую речь и другие актерские навыки. Первые театральные этюды студенты «Инклюзиона» покажут на сцене весной, а в сентябре представят публике полноценный спектакль. Михаил Якимов, Александр Вяткин, Олег Мощевитин, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!